Ну что ж, мы продолжаем череду профессиональных гайдов от меня, от топового игрока Dota 2. И на этот раз я научу вас, как нагибать за такого героя, как Тироблейд. Тироблейд. Кинг. Тироблейд, ты сходил в магазин. А, вот он наш герой. Недавно на канале я выкладывал видео, там была сборка по фану и напоминал, что такое первая дота. Там я покупал Даган плюс Лотар. Что-то мне пишет, пишет, пишет. Да срать я хотел на тебя, что у тебя там какие-то челлендж. Не обращаю внимания. Там я показывал Даган плюс Лотар, но это сборка по фану. Я говорил, что это очень опасная сборка, очень опасная. И не рекомендуется делать ее в паблике. Лучше с проверенными людьми. И здесь, конечно, я сделаю гайд абсолютно другой. Нет, нет, нет. Такой гайд будет неправильный. Я сделаю нормальный гайд, как нужно нагибать. Прям не спится, не смотрите, а. Прилип ко мне, как банный лист к жопе. Ладно. Сейчас профессионал, топовый игрок планеты покажет вам, что такое Тирабуэйдабл. 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 Раз, два, три. Подотри. И не лагай мне никогда. Ты. Идем на любой лайн. Мы, в принципе, простоим на любом лайне. Даже можно и на миду простоять. Против того же и Пуджа. У нас есть первый скилл. Мы можем замедлить Пуджа и пойти спокойненько к себе на базу. Но лучше всего идти на фри фарм, то есть пойти на легкий лайн. Конечно же, в самом идеальном раскладе, чтобы у вас в тиме был саппорт, который... Кто там бормочет на втором в этом плане? Я не понял, кому рэпорт кинуть? Скаймак, ты че, страх просрал, что ли, а? Пес. Ай! Так вот, короче, в идеале, естественно, чтобы стояла с вами какая-нибудь ЦМ-ка, денайдила крипов и помогала вам фармить, отгоняла врагов. Но такого я не помню года два минимум. Не-е-е. В прошлый раз я сейчас играл с это, перед гайдом разминался. Вспоминал этого героя. Со мной стоял пуш на лайне. Что вы думаете? Это не тот пуш, который саппорт. Нет. Это пуш, который забирал весь фарм. То есть он подумал, типа, Пуджу лучше пофармить, он в лейте, наверное, сделает больше, чем Тироблейд. Опять же, мы не будем рассчитывать на идеальную раскладку. Что, простите, что это такое? А, то есть мы будем стоять вдвоем на лайне, понятно. Понятно, ну это понятно, короче. О чем я вам говорил? О чем я вам говорил? Забудьте. Забудьте про каких-то саппортов. 2 года, ровно 2 года я не видел саппорта на лайне. 2 года. А, репорт, я сразу кину репорт этой твари чуть позже, после игры. Конченая тварь, просто конченая тварь. СФ и Тирабойд на одном лайне стоят. О чем здесь говорить можно? Просто мразь. Ну, это вообще забейте. Великолепный будет гайд. Ну, пускай это у нас будет такой гайд, где я абсолютно буду без фарма. Просто без фарма. Естественно, где-то он будет добивать всех крипов, у него атаки просто миллион. Просто забей. Просто забей. Смотрите на это чудо. А давайте будем денадить крипов, чтобы зачем он не убивал их. Смотрим, в итоге у меня 0 крипов. 0. Забить. Это будет очень тяжелый гайд, сразу вам говорю, очень тяжелый. С нулем фарма, с нулем крипов на лайне. Просто мразь. Просто конченая тварь. Надо пытаться, короче, добивать своих крипов, чтобы до чего не получало душ. О, первый крип есть, хорошо. Косой дерьмо даже не умеет фармить. Он не видел моего гайда на СФ, где у меня там крип стат был около 2000 крипов. Ладно, давайте быстренько пробежимся по скиллам. Да, гайд будет унылый, неудачный. Я вообще буду без фарма. У меня будет один крип всю игру. Я понимаю это. Ну что поделать. Я же не буду записывать каждый день по гайду на Тироблейда.
Просто очередное чмо. При этом, заметьте, специально я сделал отбор одних америкосов, чтобы посмотреть на результат. Вы видите, донные, просто донные. Миллиарды раз америкосы хуже играют русских. Миллиарды раз. Ни одного америкоса не видел нормального. Ни одного. Вот он пример. Ладно, идем, короче, по скиллам. Первый скилл, мы создаем иллюзию рядом с врагом. Она его бьет и замедляет. Ну, пошли, Койла. Давай, давай, братюня, давай. О, видали, да? Это чмо не бьет, я забираю крипа сразу. Естественно, мы не будем ему помогать, пускай он умирает, срать на него. Потом, дальше, второй скилл, мы создаем иллюзию своего героя. При этом, заметьте, у нас невероятно сильный третий скилл. Мы превращаемся в демона. У нас появляется дальняя атака. Нифига, ты чмо наглое. Я, в принципе, могу его соло даже попробовать убить, смотрите. Нет, тихо-тихо-тихо. Надо, чтобы он подошел ближе, чтобы я под вышку не пошел. Давай, братюня, динай. Ты не ходишь до динай крипов? Ну давай, братюня, давай, давай. Нет, уже все поздно. Так вот, третий скилл. Превращаемся в демона. Появляется дальняя атака. И у нас увеличивается урон. И самое главное, взаимодействие третьего скилла со вторым. Когда мы делаем иллюзию, там появляется иллюзия нашей текущей формы. То есть, или как сейчас обычная форма, или демона. Поэтому в идеале иметь третий скилл, чтобы у вас не было КД. Кстати, у него КД просто огромный, 140 секунд. То есть, как у ультимейта практически у любого. Да, забейте. Уже даже про фарм, я даже забыл про него. Просто, я говорю, уму непостижимо, уму непостижимо. Чмошник, я первым пиком взял терабойта и поставил иконку на лайн. В итоге чмо пикает с ФА и идет со мной. Это дота, стандартная игра в доте. Короче, дальше я смотрю пока на скиллы. Добиваем крипов, чтобы с ФА души не забрал. И забираем вышку, катапульту, то есть. Покупаем в первую очередь ПТ, нам нужно ХП. Наш герой невероятно тонкий, просто невероятно тонкий. Ну, с ФА даже фармить, говорю, не умеет. Ну, первый раз играет. Нахрен, пошла шмара тупая. Обойдешься без Денайда, обойдешься, чмо. Обойдешься без Денайда крипов. Обойдешься без крипов, мразь. Опа. Ах, я понял, Клокверк, он обиделся и ушел от нас. Мир иной. Хорош, хорош, хорош. В итоге два крипа пропустил, кинул два койла и не убил ни одного крипа. Я таких с ФА, честно говоря, люблю. Люблю таких с ФА. Ну, я знаю, что в любом случае мы выиграем за терабойда. Герой невероятно сильный. Еще раз говорю, весь потенциал этого героя третий и второй скилл. То есть третий скилл это форма демона с огромной атакой и с дальней атакой. И второй скилл это копия этого демона. Ну, естественно, мы соберем как умный человек манту. Давай, койл, молодец. Это было настолько очевидно, но у него теперь нету маны. Естественно, я никогда не смогу перефармить СФ, у которого невероятный дамаг. Посмотрите, вы видите, у него уже сотня дамага. Сотня дамага. А у меня 63. Естественно, это без вариантов. Ну, ничего страшного. Понимаете, профессионал не тот, которому все легко дается. Пошел на лайн, да, тебе там саппортят всю игру, ты фрифармишь, потом затаскиваешь. Это изи-бризи, любой так сделает. Профессионал тот, кто из говна сможет подняться и затащить игру. Вот он, то профи. Нету фарма, ничего страшного. СФ чмо. Я кинул бы ему репорт, но у меня репорта нет, к сожалению. Опа. Все равно мы потихонечку фармим, какие-то итемы получаем. Видели? Один его удар, все, пол хп крипа. Так, первый скилл рассказал, второй сказал, третий рассказал. И ульта. Мы обмениваемся хп с врагом. Хп здоровье. То есть, например, у нас мало здоровья, очень у него много здоровья. Мы ультуем, в итоге наоборот. У врага мало, у нас много. Это бесполезно, конечно же, бесполезно. Ну, зато мы не даем фрифарме ЦФ, но я имею в виду опыт получать на фрифарме мы ему не даем. Опыт делится между, ну, это, между нами двумя. И, само собой, когда будут убивать СФ, мы никогда ему не поможем. Естественно, никогда. Все, у нас появился ПТ. В идеале стоять на лайне и переключать по фарму.
То есть переключаем на ловкость ПТ, у нас появляется атака. Переключаем на силу, у нас появляется ХП. ХП, ХП, ХП. Опа! Ну, чмодон, я даже не мог катапульту забрать. Кстати, прокачиваем мульту. У СФ 5 левел, у нас 6 левел. Пускай это дерьмо подыхает. Так, теперь собираем самый главный арт, с которого мы просто выигрываем на автомате доту. Это прям не будем голову ломать. Сначала собираем Сенджи, потом... Да нет, что-то не хочу я пушить, я уже постою. Нет. Собираем, короче, Сенджи. А, Яшу, Яшу, извиняюсь. Собираем Яшу, потом апаем ее Манта Стайл. Сенджи-то у нас на ХП. Яша на ловкость. Великолепный арт, наш герой. Опять же, мы собираем Манта Стайл для нашего третьего скилла. Для нашей формы. Да, это невозможно. Видите, я даже не успеваю подойти к репам. Опа, денайдем, денайдем. Оп. Переключили мы ПТ на ловкость, у нас появляется дополнительный урон. Поэтому фармить будет немножко легче. Можно, в принципе, было еще купить Quelling Blade, тоже для фарма хорошо пойдет. Видите, чмо опять ко мне идет. Да че ж ты сюда идешь, ДЦП ты обоссанная. Пойди на другой лайн. Нелюдь, животное. Во! Во, чмо ушло. Просто представим ситуацию, что на лайне были ужасные враги, там Сайлайнсер, и нам не давали фармить вообще. Теперь в итоге делаем так, и делаем вот так. И забираем это говно. Смотрите, какой дамаг вы видите, колоссальный, видите? Оп, 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 оп. Пока, вышка, пока, 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 пока. Не надо бить меня, не надо хулиганить. Все равно тебя заберу. Да посрать мне твою атаку. Даже заюзаю банку регена, посрать. Все, к нам идет. А, кто там бежит к нам? О, Скаймак хочет получить политику. Используем свою форму на максимум. То есть, подрались на лайне, пошли, пофармили в лесу. Дали куда маг? Опа. 135 атака, 135. Офигеннейший герой, невероятно сильный. Получаем 7 уровень. Делаем акцент на наш второй скилл теперь. То есть, третий, второй, третий, второй. Первый скилл мы сделали замедление, больше нам ничего делать не надо. Так, здесь нас могут убить, не будем рисковать пока. Тем более у нас нету формы. Вот видите, КД огромный, 140 секунд. И потихонечку собираем себе Яшу. Яшу, Яшу. Ну пойдем, поможем убить ему. Я не хочу руинить эту катку, да, из этой твари. Ну, чмо гнойное, ну что сделать? И чё? И чё, даун дальше? Ну давай, давай. Пес, иди ко мне, пес. Ой, как больно, ой, как больно, больно, чмошник. Чмо, чмо. А, нулевой, нулевой, СФ забейте. Все очень просто. С мразью никогда не имеете дел. Никогда. Вы поймите, что с говно вы ничего не сделаете. Ничего. Почему он мне мигает, в итоге я иду атаковать, а он стоит на одном месте? Чё логика? А, понятно, он хотел меня слить. Понятно, понятно, понятно. Всё понятно. Ладно, ничего страшного. Ну, убили один раз, потом мы убьем сотню раз. Ничего страшного. Давайте пока переключим ПТ. Да, можно было переключить на силу, но я бы умер в любом случае. Я все рассчитал. Я бы там не выжил. Помните, пофармим на миду. Пофармили на миду, все, хороший фарм был. Опять Сайлансер чему пришло? Ой, не Сайлансер, а Скаймак. Хорошо, здесь тоже фрифарм. Видите, фрифармим, фрифарм. О, у нас вообще вышка на говне. И у нас есть форма, смотрите, как хорошо. 4-й уровень формы, уже можно забирать. Хорош, хорош. Пойдем, так, у него даггера нету. Давай, братюня, пошли. И чё дальше? Ну и чё дальше? О, братиш, о. Могли просто забрать вышку. У нас есть ульта, если что, мы можем обменяться ХП. Пойдем, пойдем, пойдем. О, как ему больно. Ой, как больно, СФшка. Ой, как больно. Ну давай же, куда вы идете? Да, ладно, посрать. Это такой бред, забудьте про СФ, это чмо бесполезное. 20 раз бы я уже снес вышку, 20 раз. Смотрите, какой дамаг. Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу. Вот и все, изи-бризи.
Это при том, что у нас еще не замакшены все скиллы, у нас второй скилл не замакшен, у него увеличивается урон иллюзий, то есть мы качаем, безусловно, второй скилл. К сожалению, у второго скилла не увеличивается время действия, то есть время действия иллюзий. Видите, у меня осталась одна иллюзия от формы демона, вторая простая. Да террор! Да террор! Да террор! Эх, больной человек. Пожалеем. Хорошо, у нас появляется Яша. Видите, как больно страдает наша иллюзия. Страдает, страдает, страдает. Ну, мы убьем. Так, и они ничем мне не спалят, ничем не спалят. Хотя могут убить ракеткой, но я думаю, вряд ли они убьют. У нас есть Фурион. Прикиньте, да? Только сейчас я узнал, что у нас есть Фура. Хорошая игра, думаю, будет. У нас есть Фурион, это очень хорошо. Не, по пику мы миллиарды раз сильнее, просто в триллиарды раз сильнее, понимаете? У нас еще и Войд есть. То есть мы всю эту игру деремся, у нас еще и Войд есть. Хорошо. Потихонечку мы фармим, откатывается у нас форма. Пока мы ПТ не будем прикушать, 750 хп у нас ПТ. А если мы вырубим, 600 хп. Очень тонкий герой. Очень тонкий герой. Что он делает? Давайте, смотрите, неплохо так идет. Ну давайте, давайте, добивайте это говно. А нам нужно фармить. Нам надо фармить, но пока негде. Все лайны пропущены. Хорошо, пойдем фармить в лесу. Нет, в лесу мы тоже не можем фармить. Пойдемте в лес фармить. Войд уходит. И на мид. Last time. Так, да, окружает. Видим, да, что меня окружают. Уходи, братюня, давай, давай, давай. Ну, пошли, говно. Ой, как больно. А теперь что ты сделаешь, параша? Изи-бризи. Изи-бризи. Мы просто отошли. Все, что мы сделали. Ну, давай. Кстати, у нас сейчас есть ульта. Мы можем попробовать с кем-нибудь обменяться. Надо сделать все очень осторожно, чтобы нас не убили в этот момент. То мы дотянемся. Еще и СФЧ ему забрал килл, ну ладно. Ой, мне дали банку, ни хрена себе. Не, чуваки, мне очень больно, мне больно, мне больно. Ладно, опять не тратим форму, пойдемте в лес. И потихонечку собираем себе манта стайл. Там потом такая будет машина смерти, господи Иисус. Я как представляю, я плакать начинаю. Безусловно, наш антигерой в первую очередь это Шейкер, у которого... нет, 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 больно, 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 больночки, мне больно, больно. Наш антигерой это Шейкер, у которого массовая ульта и просто в говно нас сотрет. Нормально, жив-здоров. Переключаем на ловкость, чтобы посильнее бить, и все, идем на базу. Так, ну что ж, в начале, да, в начале. Мы не делаем себе цель кого-то убивать. Ни в коем случае. Терабойт совершенно другой герой. Его задача в лейте просто сносить лайны. У него невероятно мощнейший пуш потенциал. Пуш. Пуш ми. Значит, дерутся все время. Дерутся, дерутся. Я бы купил... Давайте, наверное, купим мы себе колбу регена. Нам постоянно не хватает здоровья. Потому что у нас у него очень мало. 750. Поэтому, видите, мы собираем себе манту. Еще одна причина. Там за 200 у нас ультимейт и орб. Он даст нам... характеристик. Так, тихо, фармим, фармим. Плохо, фармим, плохо. Я пока просто смотрю на карту, отвлекаюсь. Ну, пойдемте подеремся, пойдемте, пойдемте. Сейчас будет у нас форма. Давай, братюня, давай. Ну? Пошли, пошли, пошли. Ну что ж вы все забираете? У меня две помощи, да? Ну ладно, это не так много. Но все равно. Нам нужно тоже убивать. Пукс. Хорошо, пойдемте. Так, у них сдохли, да, еще есть трое. У них есть инициаторы, это плохо. Но ничего страшного, мы это сделаем таким вот образом. И просто пойдем пронесем лайн. Сейчас сбоку на меня прыгнет, да? Кто там у них инициатор? Коричневое говно, понятно. IMG саппорт говорит. Ой, тихо, 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 тихо. Нет, 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 нет. Что-то они замышляют, что-то они замышляют. Но мы все равно будем пушить дальше лайн.
И пойдем в лесу куда-нибудь. Видите, какая сильная атака? Очень... Вы посмотрите на это. Вы видите это? Так, дайте мне добить крипов. Дайте мне пофармить. Опять все в лесу сидят. Не, нормально. Хорошо, 900 голды. Потихонечку, очень медленно мы фармим. Видите, все лайны пропущены. У нас очень много кэри. У нас очень много людей, которые фармят. У нас Void фармит. Фурион фармит леса. Потом CF фармит. Терабойт фармит. Кто не фармит? Смотри, все лайны пропущены. Здесь тоже сейчас убьют кого-то, да? Ну, спасибо Войду, что он отступился, дал мне убить этого героя. Ну, не герой, в смысле, пофармить дал. Хотя, если я ничего сейчас не сделаю... Попробуем, давайте пофармить. Больно, больно, нам очень больно. Давай, братиша, давай. Нормально. Должны убить. Ну, можно похилиться, да и все, сейчас похилимся и добьем. Так, 1200. Еще раз говорю, самая большая проблема этого героя, это его количество здоровья. Всегда это учтите. Всегда. Очень тонкий герой. Очень тонкий герой. Мы должны забрать. Должны забрать. Давай, братюня, давай, давай. Заберем, нормально. Так, 1250. Хорошо, 1400. Все. Сейчас появляется форма, и опять пойдем куда-нибудь пушить или кого-нибудь убивать. У них, я говорю, у них шансов просто ноль. Просто ноль шансов. Ноль. Ноль. Как они будут убивать Терабойда, я вообще не представляю. Ну, там может быть Энигма, да, у них есть массовые ульты. Ну, я думаю, мы тоже не тупые. Так, а что здесь у нас за замут? Смотрите, какая вкусняшка. Давай, братюня. Смотрите, успел, молодец, успел. Так, теперь бы нам перехватить эту парашу. Нет, нет, не успеем. КГБП. Ну что ж, пойдемте делать свое грязное дело. Просто нахрен здесь все пропушим. И пофармим сразу же. Что нам еще надо? Гоу, 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 фарм, фарм, фарм. Опа. Ну ты куда, чмо? Ты куда, чмо, идешь? Давай, параша, давай. Живи, живи, детка, живи. ХП, мало ХП. Спасибо, братюня. Так, что у нас? 2100, нормально. Ну, естественно, я знал, что эта мразь когда-нибудь ультанет. Это было понятно. И поэтому я очень много двигался. Мы идем на базу сейчас. Нам очень больно. Сделаем тогда свою иллюзию и пойдем на базу. И этой иллюзией пойдем пушить. Пуш, 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 пуш. Все, появляются ультимейты орб. И теперь мы будем немножечко пожирнее, так сказать. Оп. 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 То есть мы даже можем спокойно иллюзии фармить. Тем более, когда у нас будет больше атаки, когда у нас будут арты. Вообще будем убивать в говно. Смотрите. Опа, видали, да? Не, вы лицезреете это. 4 удара нету. Опа. Какой же профессионал, какой же мастер фарма. Никто так не умеет. Смотрим. 830 хп. Опа, 1000 стало хп. 1000. 1 плюс 1 будет 1000, запомните. Все, бежим. Опять, пока у нас нету формы, мы нулевое говно. О, как же им шикарно пушить вышки. Это вообще забейте. Можно даже дезолятор собрать. А почему бы и нет? Дезолятор. А почему на него редко дезолятор собирать? Подождите. Очень странно. Но мы будем не через дезолятор, мы через криты пойдем. Потом уже дезолятор можем выйти. Так. Смотрите. Смотрим на карту. У них есть врываторы. Смотрим. Так, зеленое говно наверху. Знаешь, он не ворвется. И внизу тускар. Наш врыва не будет, точно? Давай, братюня. Да пофиг на него, вообще пофиг. О, появляется форма, потихонечку уже можно создавать. Заколебали ты уже, заколебал меня даун.
Чё за хейтер? Всю игру за мной бегает. Давай, детка, давай, давай, давай. Я сейчас очень сильно рискую. Давай, 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 давай. Пушим, пушим, пуш. Видите, они сейчас могут прыгнуть в любой момент. Давай, братюня, давай. Нормально, заберу, заберу, отлично. Все, все, вышка моя. Все, у нас есть мотостайл. Теперь идем драться. Теперь пойдемте подеремся. Ну что мы там сделаем? Нет, 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 это бред. А у СФЭ попка горит, горит попочка. А им саппорт говорит, прикиньте, чмо пишет, что он саппорт. Господи, ну что за мразь. То есть весь фарм абсолютно забрал на лайне, абсолютно весь фарм. И пишет саппорт. Еще раз говорю, это дота. Потом вот такие вот ДЦПшники, кстати, мне потом на ютубе пишут. Ты не умеешь там фармить, ты не умеешь то, не умеешь все. Я прекрасно знаю, кто вы. Вот, вот он вы. Вы СФЭ. 100%. Даже не сомневаюсь. Который всю игру забирает фарм, который идет вдвоем, а СФ плюс Терабойт на онлайн забирает фарм, койлами забирает, денайдит всех крипов абсолютно. И потом пишет, I'm support. А, когда его убивают, он пишет, именно когда убивают. Я же саппорт. Ну я же саппорт, ну вы чё, дурачки что ли? Ладно. Хорошо, у нас появляется манда... Ой, извините, теряюсь, манта стайл. Я немножечко попутал рамсы. Появляется Манда Стайл. И что у нас там по стате? О! Мы лидируем. Лучшая стата в тиме. Ну-ка, у кого меньше всего смертей? У меня? Нет. У Войда, ладно. Хорошо, Манда Стайл есть. Теперь давайте мы соберем просто кристаллис. Не будем доедала, соберем кристаллис. Чтобы какие-то критули появились. И купим 2 ТП, чтобы можно было возвращаться на базу. И давайте мы сейчас запушим топ. Я считаю, что теперь будет миллиарды раз лучше пропушить топ, нежели какой-то Фурион. О! Ты из драка-рака, что ли? Go, push it, go, 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 push me. Так, они все стягиваются, хотя не должны. Давайте, давайте, инициируйте, инициируйте замес, молодцы. А мы сейчас пойдем наверх. А мы видим, что Энигма ушла. Ля-ля-ля. Делаем так, и вот так. По-по-по-по. И забираем всю вышку, смотрите. Это еще без всяких дезоляторов и так далее. Извините, но вышки здесь стоять больше не будет. Нам надо еще хпшечку прокачать, но это все будет у нас. Давай, 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 братюня, давай, давай. Отлично. Сколько мы забрали вышек? Наверное, 4 штуки уже за игру. 4 вышки забрали. Так, хорошо, хорошо. Там драка происходит, а мы потихонечку идем дальше. Скоро откатится у нас... Манта Стайл откатится скоро. Все, теперь давайте уйдем. Уже слишком опасно стало. И идем фармить в лесок. Что нам еще делать? Давай, братюня, давай. Do not understand. Что-то мне мигает, что-то мигают мне. Чего опять не так? Ах. Так, 1000. Копим на кристалле, чтобы такие потом куски отрывать от жопы ихней. И нам нужно думать про хп, надо думать про хпшку, наши иллюзии быстро умирают. И теперь давайте уже прокачивать первый скилл. Ну, неплохой первый скилл, хотя можно его качнуть чисто на единичку и прокачивать нам плюсы. Но все равно, лишним не будет. Потихонечку все леса мы фармим. А, здесь у нас ничего нету, да? Хорошо, давайте тогда сейчас дофармим Дейдалос, ой, не Дейдалос, Кристаллис. Хорош, красавчик, сбил респаун, уважаю. Люблю таких саппортов, знаете. Идут, сбивают респаун, да посрать. Нормально, видите, мы уже машина смерти. Давайте подумаем. А, я знаю, что нам собрать, о чем здесь думать, естественно. Ну о чем я говорю? Блин, еще 200 голды надо. Еще 200 голды. Хорошо, давайте не будем зацикливаться на кристаллисе, пойдем дальше пушить. У нас появляется скоро форма. Мы сейчас просто собираем кристаллис и собираем себе скади. О чем здесь думать? Нам нужно хп в любом случае, чтобы нас не убивали, и чтобы наши иллюзии могли долго пушить лайн. Все очень просто. Иллюзии, потом у нас скади, замедление, замедление и бла-бла-бла. Так, что осталось пропушить? Давайте пойдем уже топ пропушим до конца. Гоу-гоу-гоу. Ой, какая здесь драка.
Ой, как здесь больно-то, вы посмотрите. Сейчас будет СФ писать в чат. Ну, давайте, гоу, все идем, идем, идем. Не хотят, не хотят, парни, вместе играть не хотят. Опа. Скорее всего, у них здесь стоят варды. Да, видите, варды стоят. Понятно, ладно. Пойдемте тогда уже потихонечку вниз, и там будем пушить. Увы, да вообще своя игра. Пойдемте, 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 пойдемте. Ну давайте, я готов. Давай, братюня, давай, давай. Сейчас просто пропушим лайн. Сэй, лайнстер. Ой, Энигма сдох. Красава, красава, красава. Что, почему-то даун стоит и не понимает. Дерьмо, кусок. Дерьмо, ты будешь что-нибудь делать в этой игре сегодня? Вообще, или АФК встанешь? Бесполезный войд. Бери, влетай, и все, влетай. А, все, короче, мы идем. Идем на вышку. Ну, я не знаю. Он, наверное, ждет, когда у меня форма спадет. В принципе, он дождался. Я пошел, наверное, на базу. Использую последний раз форму. Ладно, забираем. Да все, мы здесь уже победили, по-любому. Так, все, и начинаем собирать себе. Ох ты, меня аж похилили, господи Иисусе. Это лучшая моя игра в жизни. Давай, братиша, давай. Опа, и поехали наяривать. Оп, оп. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, хорош! Ти-ти-ти-ти! Как мне больно, как мне больно. А, как больно мою жопку. Ой, ой. Можно по фасу с кем-нибудь обменяться ХП, например, с этим говном. Видели, обменялся. Эй, парашник, парашник. Подохни. Как нам больно. Эй, чуваки, я такую игру не хочу играть. Ладно, сносим. И уже думаем про Скуби. Скуди! Скуди! У них есть... У них живой Скаймаг, это плохо. Нам посрать, честно. У нас Войт есть, у него, по идее, Ега осталось. Он просрал Егис, да? Ну ладно. Все, такими темпами мы сносим лайн. У нас, говорю, невероятно мощный пуш-потенциал. Просто невероятно! Дальше собираем. Еще раз говорю, мы лейтовик. Вот чистый лейт, это не Войд, понимаете? Войд может вначале спокойно убивать, он получает 6-й левел, да даже без 6-го левел, он с момом может убивать через баши. Покупает мом и там саппорта, у которого нету стана, через баши в говно убивает. Тем более, когда появляется ульта, но теперь Войд, он не такой, понимаете, он не такой. Ему нужно нафармить, да, мантастайл, там, какой-нибудь скади, но зато потом это такая машина смерти, просто машина смерти. Нам срать вообще на ульту этого Магнуса, просто срать. Мы все переживем. Так, у нас 1900. В принципе, скоро у нас уже будет начало скади. У нас есть критули, это хорошо. Пойдемте. А я забыл, у нас критули до этого были в прошлом замесе? Давай, говно. Опа, опа, опа. Вот они, критули, видите, идут. Во, крит пошел, крит, крит. Крит, крит, крит. Так, самое главное, чтобы нас сейчас не ганганули, нежелательно. Хотя у нас есть ульта, если грамотно все сделать. Давай, братюня, пойдем, пойдем. Оп-оп-оп. И дали, да, какие куски? Пиу-пиу-пиу-пиу. Просто в говно пушим лайн. И проблем у нас никаких нету. То есть пока дерутся, мы делаем свое дело. Пуш-пуш-пуш. Умерли, так, трое остались, да? Меня еще могут выцепить. Меня еще могут выцепить. Я надеюсь, что он сюда не прыгнет, да, он это. А может подумать, что не все иллюзии, смотрите. Ладно, теперь я сюда сваливаю. А вы делайте свое дело. Давай, братюня. Все. Просто уходим и потихонечку пушится, смотрите, лайн, да? Уже половины вышки нету. Ля-ля-ля, ля-ля-ля. В это время наши тиммейты пушат другой лайн.
У нас на базе еще летит, это лежит Ultimation Orb. Создаем иллюзии. Просто постоянно. Он же прыгнет, да? Магнус. А у него есть вообще ульта? Я не видел просто. Ладно, идем на базу. Вот это грамотная игра. То есть мы умерли всего лишь один раз за всю игру. Один раз. Войд 0 раз. Ну ладно, ладно, допустим. И опять, смотрите, пока мы дойдем сейчас до базы, мы сейчас заберем Ultimation Orb, купим ТП и опять идем пушить лайн. Ну что раз говорю, Терраблейд очень сильный герой, нереально сильный герой. Но его легко контрить тем же самым Шейкером. И его часто убивают, потому что он тонкий. Например, то есть именно по силе и по пушу это очень сильный герой, но он сам по себе он тонкий, то есть его легко убить можно. Купим опять 2 ТП, чтобы на базу пешком не шел. И пойдемте донесем уже лайн, здесь без вариантов. Тем более Магнус просрал РП. Пока говно. О, сейчас будет просто великолепный влет. О, хорош, хорош, хорош. Поставлю лайк. Просто профессиональный влет от Энигмы. Да срать мне вообще на эту Энигму. Пойдем, братиша, пропушим. Да посрать на него. Пиу, 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 пиу. Мы делаем свое дело. Так, миссы идут, поэтому поднимаемся. Давай, говно, пошла отсюда, псина. Мы очень сейчас рискуем, кстати, очень рискуем. Так, смотрите, опа, сходили, пропушили, у нас появился еще один Ultimation Orb. Кстати, на нас может прыгнуть этот, ушлепок. У него, скорее всего, здесь ворды есть, хотя пускай прыгает. Кстати, Кристаллис в убить, офигенно заехал. Смотрите, соло, соло било, мы уже про нее забыли, она соло била, почти товер снесла. Я говорю, при том, что я сейчас не напрягаюсь. Зачем напрягаться, мы победили в любом случае. Ладно, сделаем тогда сейчас вот так. Вот так, и на базу пойдем. А этими иллюзиями потихонечку фармим лесок. И пойдемте дальше пушить. Ля-ля-ля. Ля-ля-ля. Тру-ля-ля. А мы можем сделать так, смотрите. Получится, но там это времени может не хватить. Ну давайте попробуем. Не, не хватило времени. Смотрите. А, лол. Лука. Увидели, просрал, он просрал. Господи, такой эпик, такой эпик. Матерь Божья. Глиф, он стратил глиф на иллюзию. Я сейчас кину репорт его матери. Просто найду, где живет его мать, и кину репорт ей. Ладно. То есть мы еще, кроме этого, грандиозно. Ну, профессионал же, не забывайте, что я профи топовый. Мы еще разводим иллюзиями. Просто в говно. Они боялись подойти к иллюзии. И при этом заюзали глиф. Хорош, хорош, хорош. Опять же, сделали ТП. То есть пропушили, сделали ТП. Идем опять. У нас третий скилл готов, да. У нас есть форма. Демон готов. То есть это по кругу, цикл идет. Но теперь мы еще жирнее 1500 хп. И скоро у нас будет скади, скади. О, вот это ты вообще жесткий парень, жесткий. Эй, говно. Сдохни, мразь, сдохни. Пуш, 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 пуш. Пуш, 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 пуш. Кстати, напоследок, мы можем меняться здоровьем с нашими иллюзиями. То есть, если мы сделали иллюзию вторым скиллом, например, и нашего основного героя убивают, мы можем обменять ультою здоровье на нашу иллюзию. Это тоже очень важно, учтите. Ну все, всем спасибо за просмотр. Я показал вам очередную профессиональную игру. Еще раз говорю, что Терраблейд очень сильный герой. Вот в это время, 30-40 минута, это только начинается наша игра, понимаете? Вы видите, у нас уже арты появляются, скади. Мы очень жирные убивато. Дальше можно апнуть дизолятор, доедалос, да. Можно собрать дизолятор, тоже шикарно пойдет. И все будет у нас идеально. Комментируйте видео.
А, кстати, напишите видео обязательно, на кого сделать следующий гайд. Я прочитаю и прислушиваюсь. И прислушаюсь. Поставь лайк. Напиши комментарий. Подпишись на канал.